Так, я у себя в деревне, наконец-то. Я доехал на вагонетке, звуки едущей вагонетки просто ужасны. Джеб, нахрена ты это сделал? Сейчас будем смотреть, что же нас убило. Я этого правда не понимаю. Блин. Как бы отсюда выбраться? Ладно. Надеюсь, что шмотки мои не пропадут. Я успею. Я должен успеть, потому что прошло меньше минуты. Ну, может быть, минута прошла. Так, где? Где эта штука? Вот она, эта штука. Как-то странно я застрял, согласитесь. Выбил тут блок, выбил тут блок. Вот он, весь мой став. Так, шмотка. Поплыли наверх. Я не сдохну еще раз. Я не хочу делать это еще раз. И еще раз. Так, три. Сколько всякого барахла. Извините, но от этого надо избавиться. Блин, почему я постоянно извиняюсь? Это, конечно, хорошо, но это странно. Так, это на двойке, это сюда. Ну, попытка номер два. Так, наверх. Давай, родимый, давай. Не-не-не, я так не сдохну. Так, надо взять в руки дверь. По-моему, тут не должно быть глубоко. Это была самая странная смерть в Майнкрафте. Отлично. Только вот теперь проблема. Если я выбью этот блок, вода снова затопит. Поэтому выбьем не этот блок. Выбьем соседний. И как-нибудь это дело застроим. Так, вот так, вот так, вот так. Так. Все, готово. Теперь здесь можно закапываться практически безопасно. Опасно. Очень опасно. Так, ну все, теперь мы идем, я надеюсь, напрямую к Стронгхолду. О, там какая-то прям вот ханалия творится. О да, ребята! О да! О боже. Охренительно напрямую пришли. Прямее некуда. А, ненавижу эти звуки. Я не буду уничтожать этот спавнер. Я хочу попытаться сделать это так, как делал Ито. Да и, в общем-то, эти ребята практически безопасны. Они... Ну, разве что их будет 20 штук, тогда да, тогда они могут причинить вред. А так... Так, ну, просто спрыгивать я не хочу. Надо как-то... Ай-яй-яй. А просто свалиться придется. Блин. Скелет, что ты делаешь? Ха-ха-ха, прекращай. Блин, я даже и не знал, что крепость может быть так близко. Представляете, я мог ее просто найти. Просто наткнуться на нее, если бы полазил по пещерам возле... своей деревне. Почему-то мне хочется церковью назвать, но это же не церковь. Так. А, я думал, это спавнер. Нет, я забыл, что здесь ступеньки и скоблы еще бывают. Так, закрываем. А, я опыт соберу, да, я всегда опыт собираю. О, скелет. Эй, привет, скелет. Пока, скелет. Просто хочу хоть один сундук найти. Посмотреть, что в нем лежит. А, это моя, по-моему, вторая крепость. О, алмазики. За ним мы еще вернемся. Зачем мне в краю алмаз? Незачем. Ой-ой-ой, не туда. Нет, туда.
Откуда я пришел? Черт побери, откуда я? А, вот отсюда. Да, вот этот камень, замшелый каменный кирпич, я потом отсюда выковырну в полном объеме. Просто загрифлю, загриферю, или как это назвать можно. Блин, скотины, уйдите отсюда. Плохо, что когда одна получает урон, то другие выбираются из блоков. Ну, в общем-то, эта битва может затянуться. Весьма. Не-а, ребят, вы меня не возьмете. Ни в коем разе. Русские не сдаются. А Стив у нас с какой национальности, кстати? Так. Значит, так. Не знаю, помеха ли им свет, но им можно просто обрубить к чертовой матери пространство для спавна, и это будет даже лучше, наверное. И, кстати, радиус у этого... Пошла к черту. Пошла к черту, я сказал. О, господи. Ну, это хорошо, когда они выскакивают из блоков, потому что в таком случае я могу их зарубить тут всех. Плохо, что из них ничего не падает. Ну, боже, да отстаньте от меня, долбаные чешуйницы. Так, вы меня в лаву не затолкаете часом. Нет, не должны, по идее. По идее, не должны. Я хочу попробовать, как Ита, копать этими чешуйницами. Копать этими чешуйницами. Так, радиус спавнера... Хватит меня толкать, сволочь. Радиус спавнера небольшой. Я думаю, где-то вот такой вот. Это большая часть из них не из спавнера, а из блоков именно вылазит. Так. Где-то они еще шкварчат, я их слышу. Они, кстати, и за стеной спавнятся. Ну, в смысле, вылазят за стеной. Но если не могут меня найти какое-то время, или я отхожу далеко слишком, они обратно в блоки забираются. О, привет. Это, наверное... Да, так и знал. Так, блин, и знал. Говорят, что 5% блоков всего лишь таких. Но, по-моему, чушь. Полная чушь. Видите, у меня неполная еда, и они все равно меня толком ударить не могут. Точнее, толком убить не могут. Да ну к черту вас, ребята. Блин, где-то каску свою потерял. Ну и ладно. Правда, это была моя счастливая каска. Адская. Ну, будет у меня еще одна, значит. Так, это уже из портала просто. Ой, из этого, из спавнера. Так, надо как-то... Надо как-то это дело исправлять. Не, ребят, не возьмете. Не возьмете вы меня голыми руками. Да и никакими руками не возьмете. Прочь! Прочь свои грязные клешни. Так, я так понял, они еще и в треснутом кирпиче тоже ныкаться могут. Не знаю, могут ли они спавниться. Вот. Прям до сюда спавниться. Но я хочу минимизировать эту проблему. А, черт, у меня уже факелов просто... Мама, не горюй. А я все продолжаю их делать. Так. Сволочь, не дает поставить мне факел. Почему он не умирает с одного удара? Так, ладно, ребят. Поиграли и хватит. Воу, не, спущусь, пожалуй. Чтобы переложить. Что меня бьет? Блин, да уйди ты отсюда. Видите, еще из главного зала притаранились. Как, блин, я просто не могу подойти к спавнеру. Я не хочу его разбивать. Я не к спавнеру, а к этому самому. Порталу. Просто не могу к нему подойти. Да, Глазьев тут
Не-не-не-не-не-не-не, надо было зелье брать против огня, я знаю. Надо было все-таки. Так, ладно. Сейчас довтыкаю эти глаза и пойдем. Так, 2-4 штуки еще надо. Еще надо 4 штуки. Координаты. Ой, не, не туда. На всякий пожарный запишу. Ну, всякое бывает, всякое бывает. Ну, господи. Ну почему эти структуры не могут генерироваться как-то более красиво? Давайте исследуем. О, библиотека. В библиотеке, по-моему, что-то было. Что-то должно быть. Все-таки у Джеба было не очень... Ну, или кто строил эту крепость? Кто ее делал? Кто ее создавал, я не знаю. Фантазии у них было не очень много. Потому что здесь такие помещения абсолютно квадратные. Абсолютно вот блоки использованы такие и такие. Это странно смотрится. И, кстати, даже крепость, это даже в плоском мире, я видел генерацию, она все равно смотрится отстойно. То есть, ничуть не лучше. Не думайте, что здесь просто каньонами все перерезано, нет. Суть не в этом. Дело в том, что она изначально такая покоцанная. Ну, это да, это свой стиль, наверное, такой. Ну, как сказать, не свой стиль, а... Для антуража, что ли, мол, она разрушенная, там, затерянная, заброшенная. Но ё-моё, разве нельзя было сделать ее более-менее разрушенной? Я сказал это. Да. Так, где-то, вот. Бумага, да. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Нафига мне ваша бумага? Ну, за шкафами я вернусь. Они мне пригодятся. Не знаю зачем, но надеюсь, что пригодятся. Иначе я их просто так выковырну отсюда. Немного бессмысленно, но выкварно. Так, здесь у нас... Редстоун вижу, руду. Почему нельзя было поставить тут ловушек? Хоть каких-нибудь. Ну вот, ну хоть каких-нибудь, хоть нажимных плит и чертовых раздатчиков со стрелами. Просто почему? Я хотел бы... Не знаю, челленджа какого-то, кроме чешуйниц. Так, что у нас тут? Меч и яблоки. Не, меч и яблоки я брать даже не буду. Пускай лежит. Воу. Ну, посмотрите. Ну, посреди озера лавы. Обалдеть просто. Просто обалдеть. Так, это на уровень выше. В этих комнатах, по-моему, никогда ничего и не было. Но я первый раз вот за долгое время брожу по Стронгхолду. За очень долгое время, то есть не за неделю там, где-то за... ну, посмотрите летсплей до 7-го эпизода. Я там находил крепость. И вот как раз с того времени я больше в крепости и не был. О, Эндер Перл. Что такое выкинуть? С этим проблем точно не будет. Ага, окей. Может быть, все 4 эндерперла мы даже тут найдем. Но на эндерменов я все равно охотиться пойду. Так, здесь мы были, здесь мы были, здесь мы были. Окей, хорошо. Ага, это... Все, это помещение слилось, я понял. Почему это помещение не может хотя бы ровно генерироваться? Вот, хотя бы просто ровно генерироваться, чтобы не было вот... что структура, блин, режет сама себя, когда... появляется в мире. Это глупо. Просто глупо. Черт, дверь. Пойдемте, наверное, заберем алмазы. Так, мой лук. И алмазы где-то тут были. Нет, не здесь. Привет, скелет. Пока, скелет. Так, по-моему... Нет, не здесь. Черт, здесь реально заблудиться можно. Нет, если здесь есть данж со скелетами, я вообще буду в шоке. Но мне кажется, что это просто совпадение. Я не помню, где...
доставлял сундук. Кстати, вот сейчас камень порубал дверь напополам. Вы это видели? Если не видели, перемотайте, у вас есть шанс. Пересмотреть это. Так, нет, не здесь. Не здесь. Да что такое? Я, блин, в этих закоулках просто плутаю. Нет, значит, вообще не в этой стране. Не здесь этот закуток, я помню. Спуск вниз какой-то. Еще один спуск вниз. Ага, здесь я был. Здесь я уже был. Да хватит падать. Я не представляю, как овощ будет на хардкоре тут бегать. Это жесть просто. Не-не-не, невзрываемый ценный камень. Самое ценное в этом данже, это в этом, в этой структуре, это замшелый булыжник. Ну нет же, ну нет. О, тут похоже крипер в карцере. Карцер для крипера. Иди сюда. Кстати, у меня, похоже, еда кончилась. В плане голод начался. Так, что у нас... Тут. У нас тоже ничего. Ну, все, я благополучно потерял сундук с алмазами. Там их, правда, было всего две штуки. Это всего лишь алмазы. Обидно, черт побери. Наверное. Блин, еще скелет. Ну сколько их тут будет? О, еще и паук. Слава богу, не ядовитый. Хо-хо-хо. Я уже даже не знаю, где выход. Серьезно. Без понятия. Ну, это не беда. Но фонтан, кстати, я и не знал, что здесь есть еще и фонтаны. Так, что у нас тут? А, тут мы обходим эту дверь. Замечательно. Вау. Ну, чтоб тебя, блин... Ну, в общем-то, ты это и сделал. Его и так подбросило и разорвало. Так, ну пойдем сюда. Чего у нас тут есть? Ничего у нас тут нет. О, зомби. Зомби-зомби в одиночке сидит. Хм, странно. Дверь, которая ведет... Дверь, которая ведет в комнату, в которой есть еще одна дверь и еще одна комната. Ну, для Майнкрафта это, наверное, странно. Что? Замшелого булыжника у меня еще нет. А, ой, не булыжника, а этого. Камня. А обычного я и так сделаю. Что у нас здесь? Здесь ничего. Ой-ой, я где-то слышу крипера. Причем очень близко. И он, по-моему, дохнет в лаве. Бездарно, как обычно. Здесь мобы, если сами и дохнут, то это самые глупые способы, которое только можно придумать. Так, здесь я еще не ходил. О, зомбя, по-моему, в защите. Или даже скелет. Не, зомбя. В коже. Что? Что ты рычишь на меня? Так, снова такая же тупиковая развилка. И, видимо, нам надо будет идти на поверхность, чтобы бодаться с эндерменами. Другого варианта я не вижу. Я куда-то вот в ту сторону. Вот туда. Я это помню как бы и без... Ну, я просто помню, что портал где-то в той стороне всегда. Нет, нет, это не тот сундук. Так, все, 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 иду. Иду, иду на выход. Выход будем делать там же, где заходили. Давайте еще тут спустимся. О, это вторая библиотека, кажется. Да, это точно вторая библиотека. Только книги. Наверное, здесь кроме книг ничего не спавнится. Жаль. Просто жаль. Я хотел бы вынести отсюда что-то более-менее ценное. Даже не алмазы. Алмазы это так.
Алмазы это дело наживное. А вот какие-нибудь эндерперлы, это было бы и круто, и полезно. Так, ладно, здесь я тоже был. Все, теперь я точно знаю, где портал. И где, собственно, наш выход. Кстати, этот спавнер останавливается... О, вот здесь. Вот стоять можно на этом блоке и быть в абсолютной безопасности. Давайте здесь где-нибудь выход и сделаем. Дабы чешуйницы просто потом нам на голову не падали. И не мешали спускаться, и не скидывали нас никуда. Ну, в общем, вы поняли. Вы поняли суть замеса. Так, это в топку, это в топку, это в топку. А, угля у меня нет, совсем угля. Черт побери, я нищ на уголь. Ну, это не страшно. Если еще не пропал, там где-то был мой стак моих факелов. Это здесь я его кидал. Ну, или... Да, вон они там спавнятся каким-то образом. Видимо, где-то под лестницей. Ладно, не важно. Не важно, не важно, не важно. Совсем не важно. Ох, поднимаемся. Да чтоб тебя подбросило и уничтожило. Дестрой. Так, ну это я, наверное, скипну. То есть пропущу. И мы, наверное, продолжим, когда я уже буду близок к поверхности.